как там наши внучики. Сердце прямо кровью обливается. 3 часа как уехали, а я уже за ними соскучилась, а кому-то 300 лет прошло. Как они там одни? Ну, тоже. Ну, бабоньки, ну, хорош уже плакать, а? Ну, сейчас все позаливают. И вот это полетят в свою Испанию. Черт и шот это, понапридумают эти родители. Пусть дети отдохнут перед новым учебным годом. Чем им взять не отдых, объясните? Вот тоже, Олечка, что тут? Мы тут подумали, ну зачем нам эта Испания? И сошли на следующей станции. И взяли такси.